Юные и талантливые. Они участвуют в создании научно-познавательного проекта «Научи ученого», выстраивая диалог с главой Белгорода в программе «Мэр и я». Самое то и не детские вопросы отвечают за цифровую безопасность. Они – журналисты молодежной редакции «Белгород Медиа». Ровно год, как ребята придумывают и реализовывают креативные проекты на всех медиаплощадках нашего холдинга. Свой первый юбилей юные журфиксы получили заслуженные награды. Каждый из нас может развиваться, каждый из нас может что-то свое находить, что-то свое привносить и что-то свое делать. Наверное, делать – это самое главное, потому что когда идея остается только идеей, это неинтересно. А воплощать творческие идеи ребятам помогает дружная команда холдинга «Белгород Медиа». Это редакторы, операторы, монтажеры, режиссеры. Так в совместной работе рождаются уникальные медиапроекты и развивается потенциал юнкоров молодежной редакции. Творческие, неординарные личности, умеющие нестандартно мыслить, видеть необычное в обычном, имеющие богатую фантазию, сейчас чрезвычайно важны. На самом деле для вас, как и для нас, границ нет в творчестве и в самореализации. И некоторые из вас это уже, в принципе, прочувствовали, да, на тех проектах, которые вы реализуете. Сегодня в молодежной редакции с официальными пресс-картами работают 20 человек. Кроме создания программ, они освещают и деятельность городских предприятий. Совсем недавно ребята побывали на мусоросортировочном комплексе транспортной компании «Экотранс». Приглашаем на наши объекты, чтобы могли своими глазами удостовериться в реальном системе переработки отходов, работающей на территории Белгородской области. Транспортная компания «Экотранс» совместно с холдингом «Белгород Медиа» объявляет новый конкурс «Как сделать мир лучше, начав с себя». Впереди у юных журналистов новые идеи и медиапроекты, а реализовать их поможем мы. Элла Машир, Николай Русанов и весь творческий коллектив «Белгород Медиа».